Друзья, всем привет! Сегодня я снова на Оке. У нас похолодало здорово после тепла. Ночью вообще 0 градусов. И вчера целый день поливал дождь, даже снег и град. Вот. Но несмотря на сильный дождь, вода в Оке продолжает пока опускаться. И рыба довольно активно себя ведет, ну то есть активнее, чем до этого. И сегодня у меня такая есть задумка, попробовать поймать более крупную рыбу. Каким образом? Набрал я крупных червей и даже несколько выплесков. Тут есть вот отдельные рыбаки, которые ловят исключительно на выплесков. И у них клюет только крупная рыба. Голавль, ясь, окунь, даже судак попадается. В общем, сегодня такая у меня идея. Набрал я червяков покрупнее и надеюсь на их сегодня половить. Ну а поймаю или нет, как всегда увидим в процессе рыбалки. После сильных дождей дорогу здорово развезло. И здесь не только я, но даже уже, я чувствую, и на Нивах не рискуют ехать. Вот. Я иду пешком, но я-то и так пешком ходил. Но сегодня придется мне пройти подальше до намеченного места, наверное, пару километров. Но радует то, что никто не может проехать, а пешком не каждый захочет топать долго. Поэтому народу практически нет. Ну и здорово, никто не будет мешать. Надеюсь, спокойно половлю сегодня. Так, сейчас вот здесь вроде прогальчик. Мне кажется, здесь можно будет попробовать. Сейчас посмотрим. Да, точно. Такое довольно свободное место. И даже вот рогатульки стоят. Здесь кто-то ловил. Ну и я сейчас попробую. Ну вот так, друзья, выглядит червяк-выползок. В общем-то, это тот же червяк, только большой. Но можно определить вот по хвостику. Вот у него хвостик такой приплюснутый. Не круглый, а приплюснутый, как будто по нему молотком постучали. Вот. Ну и передняя часть такая вот у него темная, как бы гофрированная. Но вот этот экземпляр довольно мелкий. Они бывают просто огромные, эти червяки. Но мне больших не удалось вытащить, а вот только вот пока найти. А пока вот такие только попадались. Будет потеплее, они будут вылазить. Они глубоко в землю зарываются. На них берет любая рыба. Вплоть до щуки. И щука, и судак, и окунь, и голавль, и ясь, плотва крупная, в общем, лещ. В общем, обожает эту насадку. Главное ее добыть. Ну, вот так вот. Отличная насадка. Особенно по весне. Вот эта удочка у меня более дубовая такая. Здесь у меня вообще плетенка стоит. Здесь я ставлю большой груз, побольше крючок и насаживаю выплоска. И кидаю чуть подальше. Вот. А вторая удочка у меня чуть поделикатнее. Правда, все равно спиннинг дубовый. Но здесь у меня леска стоит обычная, 0,2. Вот. Грузик поменьше. Такая граммов 8, наверное. И крючочек поменьше. И насаживаю я сюда не выплесков, а обычных белых червяков. Вот. И кидаю поближе. Вот. Ну и посмотрим, где вот рыбка себя проявит. Подальше или поближе. Ну а там уже, если будут какие-то поклевки, то буду уже корректировать и кидать там, где будет клевать. Ну вот так вот. Поклевочка. Опа. Есть, ребята. Есть нормальная рыба. Только я стал думать, что-то не клюет, надо на другое место переходить. Что-то клюнуло. Ух ты, хорошая. Головлина, что ли. Сейчас посмотрим. Как... О, ясь, по-моему. Нифига себе. Ну-ка. Давайте посмотрим. Еще надо подтащить. Да, это язек. Отличный, причем язек. О, какой. Просто красавец. Ну-ка. Иди-ка сюда, иди-ка. Вот он.
Вот он, ребята, какой язик. Вот это рыбка. Так, что-то я тут соседнюю удочку спрячу. Ну, смотрите. Ну, вот это вот уже результат, да? Вот это результат. Вот это весенняя рыба, настоящая окская язь. Как принято кричать, язь! Так, заглотил нормально. Вот на второй удочке у меня стоит выползок. Я думал, вот на него будет брать. Нет, вот взял на обычные два червячка. Так, сейчас буду отцеплять. Ну вот, посмотрите, друзья, какой красавец мне попался. Вот за такой рыбой я и шел на весеннюю оку. Думал, галавль, может, попадется, или окунь. Ну, на еська тоже надеялся. Но вот он первый попался мне. Вот. Но, как обычно, все пошло не так, как я думал. То есть думал, будет на выползка брать, а он взял просто на два червячка обычных. Но рыбалка дело такое, никогда не угадаешь, что нужно этой рыбе. Тем более кидал я далеко, а вот как только стал кидать поближе, так вот пошли поклевки, а до этого не было. Ну так, так что далеко кидать не надо. И не обязательно даже выпуска, можно и на обычного червяка вот такую отличную рыбу поймать. Ну, надеюсь, что еще будет, посмотрим. Да, вот язек взял, как ни странно, не на выпуска, а на обычных двух червяков белых. Ну, раз так, вот еще раз так попробуем насадить и забросить. Взял где-то недалеко от берега, но и не под самым берегом. Где-то, наверное, метров 15, 10-15 от берега. Сейчас попробую туда же зашвырнуть. Ну вот вроде примерно туда же закинул, где поклевка случилась. Посмотрим, может, еще будет. А здесь вот на второй удочке у меня стоит выползок, и пока тишина. Сейчас попробую перебросить, может, неудачно просто закинул. Есть, ребят, есть. Сидит. Нормальная рыба. Ну, поменьше, чем предыдущая. Но тоже нормально. Сейчас посмотрим. Плотва. О, ребят, смотрите. Смотрите, плотвин какая взяла. Ух ты, и она уже шершавая, прям вся в пупырышках. О, скоро и икромет у нее. О, молоки льются, вот они. То есть это самец. Ну, еще такие жидкие молоки, то есть только начинает готовиться к нересту. Вот, ну и плотвичка вот взяла. Хорошо. Блин. Надо было подсекать с первого, когда у меня, то есть он клюнул и потом затишь. Я думал, бросил, она просто заглатывала. Я просто не чувствовал. Снасть дубовая, этот спиннинг, он не для такой рыбы. Вот. Но я его использую короткий, потому что длинный невозможно. Здесь кусты сверху, длинную удочку поднимаешь, начинает сразу вершинка за кусты цеплять. Поэтому приходится вот короткие удилища использовать, а короткие у меня только дубовые. Ну вот так, может быть, потом придумаю что-то. Ну вот, плотвичка попалась, да, здоровская. Ну, хорошо, посмотрим, какая следующая рыба будет. Первый был язик, вот плотвичка. А что дальше? Ну, надеюсь, еще что-то попадется. Продолжим. Сменил 3 или 4 места, часа, наверное, 1,5-2 ходил, не видел ни одной поклевки. И только вот на очередном месте вот пошли поклевки. Так что рыба
Не то, что пришел, закинул, везде рыбу ловится. Нифига. Рыбу надо поискать еще. Иначе можно вообще без рыбы остаться. Ну, надеюсь, что все-таки нащупал я рыбку, и она еще будет клевать. Продолжим. Червячка насажу и закину. На выпуск у меня поклёв. Кто-то сидит, но не крупный. А не, вроде нормальный. Окунь! Вот, смотрите, я так и думал, что на выпуск будет окунёк брать. Не очень крупный. Вот, ну такой все-таки средненький. Вот очень часто на выпуск берет хищная рыба. Даже судак, окунь и даже щука берет на выпуск. Засекся, как за язык, не вытащишь. О, отцепил. Вот, уже выпуск такой весь покоцанный. Кто-то его там жевал. Вот, и вот такой окунек прицепился. Ну вот. С каждым разом новая рыба. Язек, плотва, а теперь вот и окунек. Жалко только, что небольшой. И смотрите, он в пиявках. Видите, вот пиявка прицепилась. Вот она. То есть окунь мало перемещается. И сейчас он весной такой, весь белесый, белый такой окунек. Вот. Ну посмотрим, какая будет следующая рыба. Пока все разнообразие. Может, еще какая попадется. Что, голавль еще может быть? Да какая, вся, любая рыба, в принципе, может клюнуть. Посмотрим. Погода, конечно, не очень. Холодно. И периодически даже какой-то дождичек со снегом идет. Холодно. Но все равно отлично на реке. Посидеть вот так на природе. Уединиться, тем более когда плохая погода, то рыбаков практически нету, никто не мешает, сидишь спокойно, отдыхаешь душой на природе, замечательно. Еще бы почаще клевало, было бы еще лучше. Ой, ребят, пока я тут с одним удилищем занимался, у меня на второй удочке поклевка сидит, какая-то рыбешка, но не крупная. Я даже сказал, мелковато. Сейчас посмотрим. Да нет, в принципе, это густерка. Ну, такая, да, мелковато, но ничего, пойдет. Вот она, наверное, у меня и объела до этого. То есть она дергает не сильно, и поэтому бубенчик мне не звенел, я ходил куда-то, и она у меня объела червяка. Но в этот раз попалась такая густерочка. Не крупный, да, мелковатый. Ну ничего, пойдет до кучи. Червяк практически нормальный, густерка не успела его обожрать. Поэтому пока со старым червячком закину. Дернула разочек. Еще дернула. Так. Ну давай еще. Что-то два раза дернул и бросил. Там у меня червяк такой мощный довольно-таки. Наверное, не крупная рыбка какая-то. Третий раз дернул и опять мимо. Надо было еще подождать. Какая-то некрупная рыба пыталась заглотить моего червяка. Вот он даже не покоцанный. Вот как есть.
так и висит. Надо было еще подождать, чтобы она его заглотила. Ну ладно. Сейчас вроде кинул туда же. Надеюсь, что она еще там. Сейчас подойдет и продолжит клевать. Ветерок стих, и даже немножко вроде потеплело. Ну да, когда ветра нет, всегда теплее. Вот я, кстати, костюм себе купил новый, ну типа горка осенний, с утеплителем из флиса. Отличный костюм, не очень дорого. В общем, я доволен. Вот такого, для такого времени, это ранняя весна, осень, самое то, что надо. Как-то пошли поклевки неуверенные. Тут поначалу прям такие были конкретные, что берет так берет. А сейчас какие-то вот подергивания только небольшие. Видно, вот не крупные, какая-то рыбеха там дергает. Поклевка на выползка. Поклевка на выползка, и кто-то прицепился. Сейчас посмотрим. Вот такая средняя рыбка, кстати. Так. Кто у нас на этот раз? Окунь. На выползка вот любит окунек клевать, а? О, хороший такой. О, какой. Заглотил здорово. Окунь весь побитый какой-то. Что это с ним? При очередной поклевке попался мне окунь на выползка. Ну, посмотрите, какой он, бедняга, весь побитый. Это просто кошмар. Кто-то его пытался, видимо, заглотить очень сильно. Он как теркой со всех сторон. Прямо вот здесь вот обгрызен. И с одной стороны, и с другой. Хвост прям весь в шрамах. И плавник. Кто-то его пытался и не так давно заглотить. Вот, представляете, вот такого окуня кто-то пытался съесть. Может быть, щука, может быть, судак, может, сом, может, еще кто. Вот. Прям так мне жалко его стало. Он вырвался из такой пасти. Вот, а я его заберу. Он хоть и заглотил, но не очень глубоко. Я так, если бы не пожалел, то, скорее всего, кишки бы ему вытащил. А так потихонечку, потихонечку. И крючок освободил. О, блин, ребят, у меня поклевка тут на другую удочку. Все. Прям все, что-то я тут перевернул. Опа. Есть. Так, пока я тут окуня не рассматривал, у меня поклевка на вторую удочку. Сейчас посмотрим, кто там прицепился. Тащу кого-то. Вот так вот, пока снимаешь, рыба клюет. Ух ты, здорово, хорошая рыба-то. Хорошая. Опа. Густера отличные. Сейчас покажу. Ну, смотрите, какая. О, больше окуня. Во какая. О, блин. То есть сидел, не было поклевок. Рыбы не было. Как начал снимать, так сразу пошла рыба. Ну, вот такая густерка. Даже, ну нет, поменьше, чем окунь, конечно. Ну, вот такая вот густерка, вот уже нормальная. Тогда это вот у меня мелкая была, а это уже такая вполне приличная. Ладно, сейчас буду разбираться и с густерками, и с окунями. Так, ну что я хотел сказать про окуня. В общем, окунь я пожалел сильно, потому что, ну, просто он, смотрите, какой весь бедняга, прям как побитая собака. Весь он прям покалеченный. Так мне жалко его стало. Поэтому решил я его отпустить. Аккуратненько его отцепил. И надеюсь, что он выживет. Вот, сейчас я его отпущу, пожалею бедняжку. Ну, давай, оклемывайся. О, ну-ка. Ну, смотрите, пошел. Я думаю, выживет.
дам ему второй шанс на выживание. Его не доел хищник. Вон он прячется там в кустах. Ну и я его пожалею. Пускай живет. Ну, наконец-то привел я все в порядок. А что у меня случилось? Началось все с того, что на выползка клюнул у меня окунь. Вот. И хотел я его показать вам, показать, какой он покоцанный. Пока я показывал окуня, у меня случилась поклевка на вторую удочку. И хорошая густера прицепилась. Но поскольку все в спешке, окунь я бросил. Давай вытаскивать эту густеру. Ногой задел за банку с червями. Черви все высыпались. В общем, все вот так вот. Перепутался, еще грязь кругом. В общем, кавардак и бедлам. Ну, вот так бывает. Ну, ничего. Потихонечку все разобрался. Густеру отцепил там, положил. С окунем тоже разобрался. Все удочки разобрал. Даже червяков всех собрал, они не успели убежать. Так что все отлично. Продолжаем рыбалку. Да, вот любые какие-то изменения бывает, что приводят к хорошим результатам. То есть я просто поменял местами удочки. У меня с одной стороны стоял на выползке, там у меня были какие-то вот подергунчики, а засечься не мог. То есть кто-то там сживал моего выползка, а засечься не мог. И скорее всего это была вот эта густера, потому что вот я поставил туда удочку или крючочек поменьше и червячок поменьше, и все, она попалась. А до этого долго клевала, не могла засечься. А на другую сторону я поставил наоборот, на выпуска. И там у меня клюнул окунь. Вот так вот. А то стояла, не клевала. Точнее, клевала, но не мог ничего засечь. Вот, так что такая вот простая вроде операция, поменял удочки местами. И сразу принесла две рыбы. Вот, вот только взял одну удочку, на вторую поклевка. Есть. Хорошая сидит. До этого была густера. Сейчас посмотрим. Наверное, тоже густерка. Сейчас посмотрим, кто там. Нет, не густера. О, ребят, галавль наконец-то. Не очень крупный галавчик. Вот. Эту рыбу я сегодня еще не ловил. Хотя думал, что будет галавль ловится лучше всего, а он вот только вот под конец клюнул. Вот, но вот этот, конечно, это можно считать, что мелкий галавлик, потому что я встретил рыбачка, вот у него галавлик был так галавлик, я думаю, килограмма на два, такой поросенок здоровый, отлично. А это, конечно, мелковат будет. Сейчас я его отцеплю и, наверное, отпущу, потому что галавлей я не беру. Все, галавлик уплыл в родную стихию, а мы продолжим рыбалку. Так, ну что ж, поклевки еще есть, но какие-то такие слабенькие, наверное, мелочь дергает. Да и время уже движется к вечеру. Сейчас буду сворачивать удочки и пойду домой. Ну что ж, друзья, рыбалка, я сегодня доволен. Неплохую рыбку сегодня удалось поймать.
подъязок такой хороший. Да и остальная рыба была неплохая. И плотва, и окунь, гусера. Главное, разнообразная. Никогда не угадаешь, какую следующую вытащишь. Рыба, конечно, клевала нечасто, довольно редко. Но зато такими наплывами, то есть подряд несколько рыбок, потом перерыв. Вот. Пришлось поискать, конечно, рыбу. Сменился, наверное, сначала 2 или 3 или 4 места, пока нашел, где клюет. Вот. Ну, нашел же, значит, рыбалка состоялась. В общем, все здорово. Пока рыбалки идут у меня по нарастающей, ну, то есть результат все лучше. Надеюсь, что и в следующий раз, на следующей рыбалке, все будет замечательно. А сегодня, друзья, я закончил рыбалку, поэтому я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч.